Есть кто в норке? Есть, я. А что вы там делаете, Корней Корнеич? Грибы солю. Иди посмотри, может, и научишься у меня чему-то. Засолка грибов – дело чрезвычайно ответственное. И мне понадобится твоя помощь, Лунтик. Будешь грибы подавать? А какие? Всякие. Для засолки важен ассортимент. Я уж посмотрю, какая буква на грибе, и подберу правильные приправы. Значит, нужно перебрать для Корнея Корнеича весь алфавит грибов. Поможешь мне? Берем гриб ша. Так, что у нас тут? Буква. Согласная. Глухая. Твердая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб А. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... гласная. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб Б. Так, что у нас тут? Буква... согласная. Звонкая. Твердая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб Я. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... гласная. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб ша. Так, что у нас тут? Буква... согласная. Глухая. Твердая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб Ч. Так, посмотрим этот гриб. Ага. Значит, буква у нас... согласная. Глухая. Твердая. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб Ща. Так, что у нас тут? Буква... согласная. Глухая. Мягкая. Гриб готов.
Теперь нужен следующий. Берем гриб F. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... согласная. Глухая. Твердая. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб и краткое. Так, что у нас тут? Буква согласная. Звонкая. Мягкая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб N. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... согласная. Звонкая. Твердая. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб S. Так, что у нас тут? Буква согласная. Глухая. Твердая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб Д. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... согласная. Звонкая. Твердая. Гриб засолен. Ну вот, мы грибы засолили. Отлично! Отлично! Ты справился уже со вторым заданием. Теперь приз стал ближе.